Современный корпус Центра по выявлению и поддержке одаренных детей «Алые паруса» 1 сентября открылся на набережной реки Свияга. Учреждения работают с талантами, чтобы каждый ребенок, независимо от места жительства и уровня достатка семьи, имел возможность проявить свои способности. Сейчас в Центре «Алые паруса» развивают свои навыки около 400 ребят, но это не предел. В год здесь планируют обучать около 3000 человек. Однако из-за ухудшения пит-обстановки все занятия временно проходят в онлайн-формате. В этом конкретном здании сейчас создаются условия для того, чтобы эти проекты можно было реализовывать здесь сейчас, вот на набережной реки. На сегодняшний день в рамках национального проекта образования здесь созданы, наверное, самые перспективные, лучшие условия для детей по выявлению их как бы способностей. Одаренные школьники региона смогут получать знания и навыки по четырем направлениям – наука, искусство, спорт и литературное творчество. В том числе углубленно изучать математику, физику, химию, биологию, иностранные языки, практиковаться в IT-сфере, хореографии и живописи, готовиться к спортивным победам в хоккее, вольной борьбе и шахматам. Одаренным детям одаренных учителей к подбору преподавателей в центре подходят основательно. Перед началом работы с вундеркиндами здесь сначала обучают самих педагогов. Свет непосредственно в саму установку. И таким образом, да, мы с вами уже будем видеть, каким образом свет входит в объектив телескопа, какие виды линзы, призм используются в разных оптических приборах. Для юных спортсменов предусмотрены отдельные площадки и залы, для будущих ученых – лаборатории с современным оборудованием. Так, например, с помощью робота дети будут осваивать основы робототехники. Робот-промобот В4 будет преподавать сразу несколько дисциплин и выступать живым учителем программирования, электроники и мехатроники. И вот то, что я увидел сегодня, это совершенно замечательно, потому что у нас в Ульяновской области очень много действительно одаренных детей, с которыми работаем, но сегодня для них не хватало именно вот такого центра, где они могли бы в полной степени реализовать свои способности. Не просто центр, где можно получать теоретические знания, но и центр, который оснащенный оборудованием, где можно проверить, как работают теории. Занятия в учреждении бесплатные. Попасть сюда может каждый ребенок, который учится в 5-11 классах. Но перед этим потенциальному ученику необходимо оставить заявку и пройти тщательный отбор. На момент зачисления у ребенка уже должны быть достижения в той сфере, которую он выбрал для дальнейшего углубленного изучения. Алина Тихонова, Александр Кудряшов, Улправда ТВ.